Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня работает няня уже больше года, наверное, скоро два будет. За это время она ни разу не взяла себе перекусы. Я ее кормлю своей едой, заказываю, естественно, сумма за няню получается отлично. Учитывая, что она и так у меня по высокой цене идет, она готовкой не занимается. Я пару раз ей говорила, когда не успеваю ничего, берите с собой ланч, перекус, а вот или не там. В итоге я неделю болею тяжело, нет сил ни на себя, ни на ребенка, я не готовлю, смотрю на нее, вообще человек с этим воздухом питается. Нет у нее с собой даже сумки, маленький кошелечек носит, и все. Может, я парюсь из-за фигни, но иногда прям выбешивает это все. Взрослая баба не может себе пожрать. Ну, что хочется сказать? Хочется сказать, что у вас как будто бы чувство вины перед ней. Вот. Это первое. Второе. Как будто бы вы не можете обозначить, очертить, если угодно, свои личные границы в том, что происходит. Вот. То есть это вот та проблема, наверное, на которую и нужно обратить внимание. Вот. Как мне, по крайней мере, видится. Вот. Понимаете, да? И, соответственно, в данном случае с этим нужно работать, вот. Учить вас это делать. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот, в принципе, так. То есть вы, вероятно, как-то к себе относитесь несколько обесценивающе. И также, по моему мнению, вы относитесь к себе в контакте с, ну, с другими людьми. Понимаете, да? Вот то, что я мог бы сказать вам, опираясь на ваш текст, который вы написали. То есть для начала, конечно, имел бы смысл поработать с самооценкой вашей, вот увидеть, в чем заключается ее, ну, занижение, да, ее снижение, вот. Ну, в смысле, за счет чего? Она у вас так
снижено ваше ЧП, вы бегаете, носитесь, ничего не успеваете. Вот. Это тоже, на мой взгляд, не случайно. Вот. Это тоже не случайно. Вот с этой связью и нужно работать. Еще я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы как-то не задаете свой вопрос. То есть вы вроде бы говорите, ну, про вопрос. То есть, ну, что у вас есть вопрос, вроде бы. Но вопросы вы не задаете. В чем он? То есть, что вы хотели спросить? И соответственно, вы пишете о том, что вас бесит. Ну, тоже хотелось бы разобраться о том, что, ну, что конкретно. Что конкретно вас бесит? Понимаете, да? Поэтому я бы вот именно на эти вещи обратил бы в первую очередь ваше внимание. Такая вот история. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.